вообще заметила, что длинные эфиры не хочется смотреть. Хотя у меня были эфиры по очень большому количеству времени, даже 3 часа, и, слава богу, смотрели и интересовались, и говорили, что было интересно. Но сейчас расскажу за зефирный курс. Отлично все получилось. Но что-то хочется покороче, да? Вот хочется, чтобы человек сказал главную мысль быстро, и все. Про зефир. Девочки, зефирный курс будет. Вы, наверное, скорее всего, видели вот эти вот зефирные букеты. У меня в сборке тоже есть секрет. Не секрет, я это слово фу-фу-фу не люблю. Нюанс. Будем говорить нюанс. Для того, чтобы букет не был плоский. Мне не нравится. Все собирают, пусть собирают. Я не люблю плоскость. Правда, не люблю. Я под букетницу делаю по-другому. И, конечно же, цветы. Пионы, конечно, вы видели, да, я сама от них балдею, просто они нереально красивые, у них такие лепесточки, все отдельные, они, просто вообще такие, хочется понять, так они такие шариком вообще, вот, прям такие шаровидные, и они, кстати, очень вкусные. Что я вам хочу сказать, что на яблоке, да, зефир, конечно, на яблоке проще всего, но вкуса нет, для меня вкуса нет, а вот ягодные, не фруктовый, а именно вот ягодный зефир. Мне очень понравился. Особенно черная смородина. Мне очень понравился. Зефир очень хорошо ложится. Цвет у него замечательный. То есть не нужно красителя и все. Можно как немножко там доработать. Пионы, классные. И розы классные. Розы я делала своей авторской насадкой. Но вот этот мастер, он идеи берет, но он же не знает, как это воплотить. Он железячник. А я кремовщик. Я знаю, как работает крем, как выходит. Я знаю, как крем поднять, как крем опустить, как крем отклонить и как его наклонить и перегнуть. Поэтому я знаю. Клубничный очень вкусный, да. Клубничный тоже очень вкусный, но он чуть-чуть как сладковатый. Мне так показалось. Ежевики, да. Я недавно думала ежевики попробовать, но мне кажется, получится со всех пюре. Просто нужно знать много нюансов. Я очень много сейчас собираю информации, чтобы сделать свой зефирный курс. Потому что зефирные цветы, там нужно немножко, конечно, быть хитренькой. Да? И вот эти хитрости нужно знать. Приходите, выходите ко мне, приходите. Будет зефирный курс уже. В сентябре я уже сделала без зефира курс. А так я буду добавлять 3-м днём. И букеты будут более такие монотонные, то есть одинаковые цветы. Не люблю я вот это много всего. Железячник, да, он железячник, Марина. На самом деле он пилит железки. Он не понимает, как ее пилить, куда ее пилить, с какой должен быть угол наклона. То есть, человек в этом не разбирается. А я работаю непосредственно с кремом, поэтому я понимаю, как даже эту насадку под пион. Я, кстати, все свои насадки подгибаю. И когда ко мне люди приходят на курсы, конечно, у них же уже тоже они подогнуты. И человек берет уже все, он не беспокоится, где должно быть широко, где должно быть узко. И все остальное. Так, в Украину приеду сейчас очень сложно. Очень сложно. Я вот сейчас еду в Украину. У меня там еще большая посылка с насадками. Все их ждут. Огромное количество насадок. Просто нереально. Я, конечно, постараюсь в сторис это все показать. Но вот. И я их заберу домой и посмотрю, как вообще в Украине. Как мы проедем, как все это будет. Да, МК по выравниванию планировала сделать, но опять же меня останавливает только то, что это все сольют. Вот. И я потеряю, как говорится, свою эксклюзивность. Тоже слово такое не очень подходящее, но девчата тоже с живых МК будут обижаться на меня, что, в общем, они идут учиться, а я буду потом продавать. Напишите ваш аккаунт. Вот не могу я этого сделать. Елена по 11. Если кто может, девочки, пожалуйста, напишите, я закреплю.
и напишите тему «Помпонный георгин без специальных насадок» или просто «Помпонный георгин» или «Классный георгин». Мы не сольем. Я знаю, Галочка, вы не сливаете, вы мои умнички вообще. Я надеюсь, что мы с тобой еще увидимся. Ну, Лариса сказала, что ты уже записалась опять на курс. Не знаю, какой раз. Я знаю точно, ты просто хочешь меня увидеть. Так. Спасибо, Мариночка. Спасибо большое. И вас, девочки, с днем семьи. Крем я уже сделала. Смотрите, он уже затворожился. Мы его сделали, наверное, минут 40 назад. Кто работает с белковым кремом? Возможно, знают, возможно, нет, но его нужно промешать. И промешать не просто так вот взять и там как-то перемешать, а нужно повторить работу миксера. На курсах я очень часто вижу, на живых МК, когда девчата просто убивают свой крем. Вот она его мешает, 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 мешает. И что? Крем стал жидкий. Выбили все пузырьки воздуха, и крем превратился в жижу. Поэтому нужно мешать его очень аккуратно, и сейчас я вам покажу, как. Так, да, помпонный георгин, как этот закрепить комментарии, прикрепить комментарии. Спасибо большое, Лена, тоже подозреваю, это торты, Лена из Германии, если я не ошибаюсь, потому что сейчас все у нас ники какие-то, и у меня сейчас у слуха вот идеальный крем, и у меня очень много сохранено людей в WhatsApp. Они мне пишут в Инстаграме, в Одноклассниках, я говорю, пишите в одной соцсети, потому что я не понимаю, там вы сладкая феечка, здесь вы там у меня крем какой-то, а в Одноклассниках вы торты от сладкой феечки, я потом запутываюсь. Привет, привет, девчата, смотрите, так вот, здесь у меня капелька розового и капелька желтого, почему? Потому что я хочу получить красивый персиково-розовый цвет. Розовый цвет в чистом виде, он грубый. Мы его приглушим, поэтому это будет немножко капелька розового. Как перемешивать крем, чтобы он был воздушный и не блестящий? Нужно загнать лопаточку в серединку и активно промешать из середины. Ваш миксер крутит венчик с середины, и вы крутите середины. Я очень часто вижу, как гоняют вот так по миске просто. Накручивают, накручивают, гоняют. Вот смотрите. Вот, вот такой у нас красивый цвет. Конечно, здесь у вас оранжевый, а у меня нежно такой розовый на самом деле. Почему-то камера передает оранжевый. А, ну здесь стоит маска на мне какая-то. У вас только картинка. Девочки, звук есть? Это не люблю вот это вот спрашивать. Как меня слышно? Как меня видно? Потом 5 минут подождем. Кому-то видно, кому-то не видно. Ну, девчата, напишите. Слышно или не слышно? Если что, буду перезаходить. Рецепт крема, смотрите. Вообще не проблема. Вообще не проблема. Рецепт крема, это вообще не проблема. Я вам расскажу. Но мало ли, чем он вам поможет. Потому что у меня такой миксер, а у вас такой миксер, понимаете? Люди, многие кондитеры, они до сих пор этого не понимают. Потому что белковый крем любит мощность. Даже не мощность, а число оборотов. Я вам скажу рецепт крема. У меня рецепт такой. 550 грамм сахара, 250 грамм белка, 150 грамм воды, 1 чайная ложка лимонной кислоты. Но мой миксер справляется с таким количеством белка. А ваш или ваш не может справиться. Вам нужно меньшее количество белка. А если у вас большой производственный миксер, вам нужно большее количество белка. Потому что большой миксер на 10, на 15, на 20 литров не взобьет вот эту порцию на 250 грамм. Сейчас у меня... сейчас девчатам отправляю рецепты. Услуга «Идеальный крем под ключ». Это я лично каждому, каждому. У меня нет готовых тех карт. Я все равно лично каждому просчитываю все. И говорят, а можно мне сделать на полпорции? На полпорции нужно миксер меньше. Вот в чем дело. Потому что крем просто телепается на дне. Вот белок не насыщает кислородом венчик. И что мы получаем? Осаженную массу. Вот и все, вот и весь секрет. То есть вам нужно грузить в миксер столько, насколько он рассчитан. Купили большой миксер, делайте много крема, тогда он будет воздушный, потому что он будет полный, и
крем насыщается кислородом, потому что венчик закрыт белком, и он его поднимает. А когда там одно яичко и вот это вот так, почему у многих зефир не получается? Потому что маленькая порция, маленькая, она на дне. Нужно знать, когда включить, чтобы вот этот белок подорвался. И не все миксера справляются с маленьким количеством. Денежки под крем, под ключ сейчас, к сожалению, у меня эта услуга недоступна, потому что я завтра уезжаю. Если вы отправите и подождете, не будете каждый день меня там долбить. Вы за меня не забыли? Вы за меня не забыли? В первых 5 минут я не отправлю. То есть это может и день, и 2, и 3 быть. Если вам срочно можете оплатить, мы, конечно, постараемся. Но я бы не хотела в отпуске этим заниматься. И так очень много будут присылать своих отчетов, и все равно нужно будет проверять. А когда мешать? После того, как он уже готов, и мешать вручную чуть-чуть. Ну, когда вы уже делаете цветы, его нужно будет промешать, потому что каждых 15 минут он зефирится. Он пузырится, конечно. И нужно пузырьки воздуха выбить, но быть очень аккуратным с этим, да, все. Мне достаточно. И когда вы красите крем, не мешайте белый крем. Вы помешали белый крем, потом добавили красного, опять помешали, потом решили, что вам красного мало, опять красного, опять и опять. И получили, когда это вы все выкрасили, вы получили вот такую кучку крема за вместо вот такой шапки, потому что вы его били много и выбивали с него воздух. Вот и все. И крем осел и заблестел. Цена этой услуги 1000 рублей. Это вам гарантия того, что у вас крем получится на любом миксе. Дим, я насадки не вижу. Да, на моем лоточке нет насадок. А, все, Дим, я нашла. Вот, смотрите, насадки. Простая улыбка. Самая обычная простая улыбка. Дима почему-то мне 3 принес. С каким? Я одну потеряю. Да, я могу одну потерять. Гроза у кого-то, эфир вылетает. У вас получился плотный, скорее всего, у вас много сахара. Ну, у меня как бы тоже плотный, да? Я люблю таким работать. Кто-то хочет бетонный, кто-то хочет мягкий. Ну, я люблю не сильно бетонный крем, честно говоря. Потому что когда крем стоячий очень, он не настоящий, не живой. У него нет изгиба листочков. Делать тремя насадках хризантема. Делать тремя руками, да. Насадка хризантема. Обычная улыбка. Обычная улыбка, они бывают разного размера. 79, 80, 81. 81 самая маленькая, значит, у вас будет маленький георгинчик. 79, она самая большая. Поэтому можете взять самую большую. Сейчас я вас научу делать очень крутую основу. Ее мало кто умеет делать. От которой у вас цветы не будут падать. Видишь, хорошо на улице. Крем любит вообще сухость. Ветерочек любит. Проветриваемость любит. Когда на улице дождь, очень тяжело с кремом работать, чтобы вы знали. Можно делать на вот таком гвоздике, а можно делать на вот таком гвоздике. Для этой гвоздика нужна вот такая штука. Я не знаю, просто сейчас, наверное, много людей, которые не знают, что это такое. Это вафельные рожки, на которых можно отсаживать цветы. Насадки у меня можно купить только тогда, когда я их получу. Выставлю в статус, да, Дима что-то там рассказывает. Крем под ключ у меня в вечных сторис, там есть и реквизиты, и все есть. БЗК, да. Это сейчас БЗК, но моя зефирная масса вообще ничем не отличается от БЗК. Почему? Потому что по пионам посмотрите, у меня там большие такие красивые пионные букеты, и завтра я точно такой торт выставлю. Да я не завтра выставлю, сейчас покажу. Принесешь? Конечно. Ну, принеси. Ну, я пошел. Сейчас Дима принесет торт, который я сделала буквально час назад. Я еще ленту не наклеила с пионами. Он обалденный. Там такие красивые пионы. То есть они у меня что белковый крем, что пионы не отличаются ничем. Я пока с вами поговорю. У вас есть гигантская улыбка. 100, 400, я люблю все гигантское. Ой, я тоже все люблю.
А, это моя Аурика, песня дня моя. Аурика, ты молодец. Ты мне присылала последний раз цветы свои, ну круто. Песня дня. Вот это выражение прилипло, крылатое. Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас Дима притащит торт, и я вам покажу. Диаметр гвоздик, я не знаю, наверное, ну, 7, наверное, 6, наверное, сантиметров 7. Большой гвоздик. Да, Дальний Восток, конечно же, приеду с насадками. У меня большая, огромная посылка. Просто, я не знаю, там больше 1000 штук. Там, я не знаю, наверное, 1500 штук насадок. Может, даже и больше. Потому что всегда все покупают насадки. Они подогнутые. Вам не надо ничего искать. Они у меня фирменные. Фирма Атека. Очень хорошего качества. То есть, но не классные. А так бегать куда-то. Там насадку какую-то нашел. Там насадку нашел. Сейчас я свои эти. А ну как же ж мне, чтобы торт не свалить? Как, я не знаю. А ну ты можешь наклонить чуть-чуть телефон? А ты просто его подними вместе со штативом, да. Смотрите, девочки, какие пионы классные. Но это торт, да? Это белковый крем. Я еще не успела ленту вот приклеить. Сейчас покажу. Вот этот очень красивый. Видно вам? Тебе привет, Димка. А Таня. Привет всем. В Германии. Смотрите, как красиво. А ну да, ты, короче, так покажешь плохо. Это вообще как... Да, вообще что-то. Да, ничего не вижу, но что-то покажу, да? Вот так вот, девчата. Просто не хочу телефон снимать. Вот этот, по-моему, где они тут, господи. Ну, в общем, вот этот красивый, да? В общем, красиво. Увидели. Красиво, красиво, красиво. Здесь 13 пионов. Держи. Диаметр торта 22. То есть пионы... Ага. Пионы крупные. Я еще ленту не наклеила. Это мне торт на завтра. И эти зефирные, они тоже точно такие. Только, мне кажется, еще круче. Потому что у них листочки не ломаются, когда собираешь этот букет. Ну что, понравилось? Ну все, работаем. У нас, смотрите, уже больше 500 человек. Сейчас такая активность просто в Инстаграм. Ну просто так грустно. Вы, если никто не заметил, охватов нет. То есть мои посты никому не показываются. То есть это надо все время активно ставить лайки, чтобы вам показывалось. Если там выставляешь буквально месяц назад торт, там 5000 лайков, там, а сейчас очень-очень мало. Людям не видно. Или через 2 дня вообще покажет. Анечка, привет, Красноярск. Все красивучие, да? Понравился вам тортик? Молодая. Мир городская. Да, в Украину приеду, но не знаю когда. Еще ж доработаю зефирный курс и буду прям вообще... Вообще песня. Песня дня, да, Урик? Все, смотрите, сейчас я вас научу. Вы не можете меня найти... Елена по 11 с маленькой буквы, да. Еще сейчас расскажу. Вот Никончук Валентина. По-моему, вы ко мне записывались. И, по-моему, платили предоплату. Когда в Минске, не знаю, у вас же там что в Минске творится. Если вы мне платили предоплату, я могу вам ее вернуть. Я всегда всем предлагаю. То есть заберите, потом придете, да, если будет место. Я по-любому отработаю. В Минск поеду. У меня группа 12 человек собрана, то есть оплачена. Она у меня висит вот здесь на плечах. Как вчера Луганск висел вот здесь на плечах. И я вчера 2 дня, вчера и позавчера проводила здесь по месту в Луганске мастер-класс. Взяла очень мало людей, 9 человек. Потому что здесь нет таких условий, как в России. Нет кондитерских студий и все остальное. Висела, потому что девочки подарили сертификат мой на курсы. Заплатили еще 2 месяца назад подарочный. И одна девчонка умудрилась сразу все деньги перечислить. Я не знаю, где она взяла реквизиты. И написала: за МК Луганск. Все. Но когда ты уже денежку получил, конечно, ты не хочешь ее возвращать. Поэтому пришлось вчера собирать. Хотя у меня вообще по времени нет времени. У меня очень много тортов. И на завтра свадебный, на субботу. Смотрите, как делать так, чтобы вы работали на кремовой подушке, она у вас никогда не падала, и цветок у вас никогда не падал. Многие делают как? Возможно, вам покажется это смешным, но они делают вот так. Ну, вот так, да? Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. И как-то еще вот так. И получают
ну, мой крем, конечно, тяжело сбить, но получают какое-то ничего. На этом цветок держаться не будет. Сейчас я чуть-чуть обрежу. Сказала, будет коротко, сама ни о чем болтаю. Нужно что делать? Не давать воздуха. Не давать в середине воздуха, чтобы ни капли воздуха не было. То есть вы должны надувать свою мороженку, девочки, даже для зефира. Вот так, не вытягивая носик из крема и выкручиваться по спиральке, разгоняя крем. И вот эта штука, вот ваш зефир, на котором вы все потом будете строить, да? То есть лепесточки – это красота, а все остальное – зефир. Да, мы же крутые были, конечно, Галочка, вы были крутые. Я до сих пор под впечатлением от вас. Вы умнички вообще. Смотрите, шедевральный пенек. То есть вы вот это никогда не собьете. Что бы вы на нем ни делали, большой пион, большую ромашку, там хризантемку. А если вы делаете вот это вот слабенькое что-то, куда-то накручиваете, то у вас ничего хорошего не будет. Вы будете все время толкать, и ваша подушка будет разъезжаться. Вот тоже, да, вот это вот как бы уже зефирная масса, то, что будут люди кушать. Все остальное – это уже красота. Хотя листочки, я не знаю, у меня не засохли, и они у меня вообще не сухие, не ломкие, они очень вкусные, и, не знаю. Свекровь приехала, наверное, дня через два, мне в контейнере пионы лежали, так было круто наблюдать за ней, как она эти листья, ну, лепестки откусывала. Причем, не знаете, человек не взял вот так, и съел половину, а разбирал по лепесточку. То есть это эстетическое наслаждение. Цветок красивый, его не хочется просто раз запихнуть в рот и съесть. А его разбирали по лепесточку. Так, дальше. Да, рецепт без яблочного пюре. Только ягодное у меня. Слово авторское я, конечно, не очень люблю, пока не получишь патент, да? То есть авторство дает тебе только патент. Поэтому так не буду говорить, но нюансов много. Так, смотрите, девочки, вот такая насадка. Мы будем строить листья друг напротив друга. То есть вы привыкли работать вот этим изогнутым вверх, то есть чтобы два угла торчало вверх. Ну, мы там делаем хризантемки, ромашки, там какие-то еще цветулечки. Но сейчас мы насадку перевернем вот так грубо. Вот так грубо и будем... будем строить наши цветы друг напротив друга, лепесточки. Смотрите, я начинаю снизу. Один поставила, и второй напротив него. И получаю вот такую красивую лодочку. Вы видите, девочки? Смотрите, как легко и просто. Боком, боком. Погладила боком, боком. Здесь вы можете разрегулировать открытие, закрытие близко друг к другу. Смотрите, видите? Вот они. Никаких насадок не нужно ждать. Патент ждать очень долго. Я оформляла патент на насадку розы около года, да, Дим? А, смотрите, вот здесь они у вас никогда не будут закрываться. Как в насадке я видела, девочки же рекламируют и на Ютубе, и все. Ну, я с этим человеком не дружу, поэтому я потом и не дружу с людьми, которые его рекламируют. Вот и все. Я это не скрываю. Чего я должна это скрывать? Я не скрываю. Тогда уже дружбы со мной не будет. Вот и все. Вот они. Ничего не нужно придумывать. Красиво, Дим. Грубо поставили и закрыли. Если где-то чуть-чуть не соединилось, пальчиком под... Смотрите. А, так вот, я видела, девочки рекламируют и показывают цветы. Они не все даже открытые, потому что они очень тонкие. Зефир вы с них вряд ли вообще выдавите, они вообще тонкие. А здесь, если возьмете 70-ю насадку, помпонный георгин вам гарантирован. Просто друг напротив друга. Грубо поставили, грубо встретили. Поставились, встретились, поставили, встретили. И он очень красивый сейчас будет. И не надо никого уговаривать выслать насадку, потому что там целая эпопея, там прям запись, когда президента, да, то есть это все. Я такое не люблю.
если честно. Вот эти искусственные ажиотажи, показы на ютубах, что все ручное, такое все классно. Ой, не люблю вообще. Все получается. Да, Дим? Конечно. Как Тишуня, мы говорит, сыночек, нужно мозг выдавить. Нет, сок, этот сок с мозга. Здесь я контролирую процесс. Видите, такие лодочки сейчас. Вот они, вот эти лодочки закрытые, видите? Спасибо вам большое. Руба боком, руба боком. Да, руба боком. Руба боком. И складываем их, и стремимся. Зато не всегда остренькие. А там из той насадки они не все, ну, они не... Не знаю, там один лист получается, я смотрю, у девчат, один нет. То есть, допустим, я, не имея вот этих всяких насадок, ну, я не страдаю. У меня их нет, и они мне не нужны. Как бы, у меня есть насадки атековские, они очень хорошего качества. Вот это, кстати, тоже у меня фирма атековская. Вот и все, да? Вот вам и помпонный георгин, шикардос. Тишуне повезло с мамочкой. Насадку поближе. Девочки, вот смотрите, просто улыбка. Она самая обычная. Сейчас она грязненькая. Вот самая обычная улыбка. Это 80, средний размер. У меня просто 79 нет, я их все попродавала. У меня вообще ничего нет. Все продано, потому что большие курсы прошли. А с насадками сейчас очень туго. Все почему-то кинулись обменивать свои насадки на Атека. Идут они с Америки, да, Дима, они идут? Ну, откуда-то они там плывут. Очень тяжело. И ажиотаж большой на эти насадки. Раньше что? Купил китайскую на Алиэкспресс и довольна. Нет, я не говорю, что неплохие. У меня тоже есть, допустим, атековские. Они не все выпускают модели насадок. Так, похоже. Это у меня прям такой большой. Можно делать поменьше. Да неимоверный просто красоты сейчас будет. Сейчас сфотографирую. Можно вообще трубочки делать, когда вы вообще будете ставить друг напротив друга. А, в экран показать. То есть всунуться в экран и показать вам в экран. Только потом не говорите, что... Почему вы так близко приближаетесь к камере? Потому что некоторые умудряются тоже такое сказать. Ты пытаешься там показать народу, что вот, смотрите, здесь же важен каждый угол. Это не зефир, это белковый крем, но зефир это то же самое все. Тем более в середине у вас зефир, видите? Вот, ну, в смысле, зефирная масса, которую люди кушают, да, которая все время остается свежей и ничего не засыхает. Сейчас покажу, я ж не один сделаю, я их три сделаю. Сейчас это ж я болтала. Да, и многие вот говорят, вы сунетесь там. Ну, не многие, но там одна для меня, это уже паника, да? Терпеть не могу критику, никогда ее не прошу. Не участвую ни в каких, критикуйте меня. Потому что зачем она мне нужна? Вот, пожалуйста, ничего не падает. Потому что у вас... Хорошая, как Лена Павловна научила, основа. Спасибо большое. Кстати, Дим, принеси мне пудрочку эту розовенькую. Я сейчас еще покажу. Вот смотрите, все выходит, все получается. Вот эти я поставила, вот этот вот, друг напротив друга. Он вообще трубочкой вышел. Вы хозяйка крема, как вы захотите, так и сделайте. Захотите более широкий, вы поставили первый руба, ну как боком, а потом немножко просто не совсем их друг напротив друга. А, сейчас я вам покажу. Вот так вы поставили одну, да, и вторую вот так полураскрытую ставите. Не друг, вот если друг напротив друга уголочки смотрят у вас, тогда она у вас закрытая трубочка. А я стараюсь зад вот так подвернуть, один угол, то есть подвернуть и раскрыть ее. Получается лодочка. Ну что? Я же говорила, что не нужны никакие специальные насадки. Поэтому, мои любимые кондитеры, не просите, не ждите, не записывайтесь.
делайте тем, что у вас есть, и у вас результат будет намного круче. И вы ни от кого не зависите. Правда же? Не люблю ни от кого зависеть. Ужасно не люблю ни от кого зависеть. Бывает течение обстоятельств, что ты зависишь. Но люблю зависеть от добрых людей. А... Спасибо большое. Сейчас я еще покажу. Сейчас я сниму. Сейчас мы ее губы ей накрасим. Ну, классно. Зефир делается точно так, девчата. Вот моя вот зефирная масса, она ничем не уступает. Конечно, я ее сохраняю, но недолго, потому что, сами знаете, будете сохранять зефир, он у вас будет такой. Ну, как красиво, правда же? МК пионов нет, нет, пионов нет. Опять же, если что-то будет онлайн, это все будет точно так, как и услуга «Крем под ключ». Все через WhatsApp и через личное общение. Потому что, когда я с человеком общаюсь лично, я всех контролирую, у меня все записано. Вот девчата мне присылают и говорят, я у вас покупала крем под ключ, там потеряла телефон. Ну, вы мне поверите, что я покупала. Да зачем мне верить? Они записаны у меня все абсолютно. Все абсолютно. У меня, конечно, телефон скоро квыкнется, но все у меня записаны. Вот, потому что обижена была не раз, и все это я записываю, фиксирую. Когда человек пишет мне, я смотрю, мне уже кто-то написал крем там такой-то, такой-то. Я уже знаю, что человек со мной работал, то есть я ему отвечу без проблем. Надо же это додуматься. Спасибо большое. Оказывается, все просто. Да, вы мучились, не мучайтесь. Делитесь этим видео. Я его обязательно поставлю у себя на странице. Обязательно, чтобы облегчить кондитерам труд. Я вам хочу сказать, что этот цветок новый, да? Он для меня как бы новый. Ну, ничего специально не нужно покупать. А насадка хризантема есть у всех. Даже у тех, кому она не нужна. Сейчас еще покажу поближе к камере. Как мы снимаем, девочки? Очень многие не могут снимать цветы. Смотрите, какие у меня длинные ножницы. Выкиньте вот те пластиковые изогнутые ножницы. Белковый крем, большие цветы, они не удержат. Это нужно на раскрытых ножницах. На раскрытых ножницах, видите? Я его даже могу подержать в руках. Видите, то есть вообще не проблема. Вот там что-то я там начинаю на торте менять, и мне некуда деть цветок, я его поменяю в руках. На вафельках сейчас покажу. Наташка, это ты на вафельках просишь, сестер? Ну, ты даешь. Смотрите, красиво. Сейчас покажу. Ты вообще к врачу поехала. Да, вот моя студентка, да, уже она мне как сестра. Мы подружились так, что... созваниваемся каждый день. Я вообще со своими студентами дружу. Главное меня не обижать. Есть студенты, там пару человек, которые меня действительно обидели. Я очень такая... Меня можно обозвать, я не обижусь. Но вот на какую-то вот такую вот мелочь, такое неуважение, я обижусь. На вафельке показал. Сейчас на вафельке покажу. Вот такие рисовые. Во Владивосток я приезжаю. У меня там три группы. Три. Я в сентябре еду на Дальний Восток. Меня уговорила Елена Кашкарева. Это мы с ней когда-то попадали, еще давно, лет 5 назад, вместе на мастер-класс на аэрографию. Вот она мне написала, Ленчик, приезжай. Я говорю, Лен, очень далеко лететь. То есть у меня здесь работаю. У меня в Москве людям мест не хватает. В Воронеже, в Краснодаре. То есть ну зачем я буду переться куда-то, далеко, она, у нас такие морепродукты. Все, я когда услышала морепродукты, вообще, я такая вся. Говорю, хорошо, ты меня заманила. Во Владивостоке три группы, в одной только группе есть пару мест. Или два, или три. Мы еще с Леной не списывались, но или два, или три. В Хабаровске одна группа набрана, вторую мы набираем. Я рискнула, ну, уже есть там люди. В Находке группа полная и в Благовещенске. Одна или два места. Я туда лечу первый раз. Естественно, люди меня не знают, но как только я оттуда уеду, поверьте, начнется. Ой, я не знала, а как мы это, как мы то. В Саратове было две группы, да. Да, было две группы. Всегда у меня много групп. А вот в Москве, представьте, август месяц, малыш у меня идет в первый класс в сентябре, а я надумала, ну, людям не хватает места. Все пишут и пишут, пишут и пишут. А как моя... Ну, вообще, эта песня, да, какая-то, надо брать, да?
То есть, ну как человеку отказывать? Он хочет у тебя учиться, то есть, ну, и это твой заработок. Одну группу, вторую открыла, третью группу, четвертую. Сегодня маме говорю: мам, ты знаешь, у меня уже 5 человек на очереди, которые готовы сегодня уже оплатить. Говорю, хоть пятую открывай, но это слишком. То есть я вообще слишком устану, и потом я еду в Барнаул, я туда приеду никакая. Вот в Воронеже, да, в Воронеже тоже всегда еду до Лали. Мне она очень нравится, в студию к ней. Если я сильно много говорю... Ну, простите меня. Смотрите, вот что я делаю. Это вам такая фишка от меня. Все, что показываю на курсах, показываю вам. Заполнили, и что мы делаем? Вот такой заборчик нам надо построить. Оно еще будет шикарнее. Оп. Вот такой заборчик. Чтобы была... Убегаете на концерт. Давайте, счастливо вам отдохнуть. Владивосток 20-21 сентября. Место есть. Красота, петухи поют, да соседи гости пришли. Нет, я в смысле, они не поют, как петухи. Это просто у нас тут как в деревне, да? Девочки, смотрите, опять ставлю боком. Не с самого низа, а где-то посередине. Здесь еще фишка какая? Нижние лепесточки всегда больше, поэтому я их тащу дальше, давлю на них больше и раскрываю сейчас больше. Смотрите, какие лодки красивые делаю. В Ростове я уже была недавно, месяц назад, тоже была большая очень группа. Вот видите, я же говорю, сейчас Инстаграм он не показывает. Ну, я, в принципе, и не выставляю расписание. Это редко там в сторис могу поставить. Народ, знаете, как записывается? Всегда все спрашивают. Я не пойму, когда было объявление? Да никогда его не было. Они сами спрашивают. И этот. Ну, сами спрашивают и сами записываются. И в сторис иногда я выставляю. Ну, вообще, надо мне исправиться. То у меня как-то... Мне один человек сказал, что Инстаграм — это твой офис. А у меня как-то в офисе пусто. Так, сделали большую лодочку. Вижу, одной не хватает. Поэтому сейчас я ее... делаю. А, да, спасибо вам большое. Да, радуйтесь, радуйтесь, что человек столько рассказывает, причем рассказывает от души. Я очень редко выступаю в марафонах, очень редко. Приглашения получаю очень много, но выступаю редко. Поэтому, если выступаю, то все показываю самое лучшее, не какую-нибудь там ромашульку заезженную, да, лишь бы там подписчики пришли к тебе, а показываю то, чего нигде нет. Вот и все. Люблю свое страшно, люблю. Вот вам техника, пожалуйста, Георгина, да? Да вы, у вас все получится, просто давите и тяните, все точно так, как вы делаете у хризантемы. Кто работает с кремом, либо с зефиром, для него это вообще расплюнуть сделать. Поставили бочком и навстречу, да? Влюбленные такие друг другу смотрят, но она смотрится еще круче, чем нежели с насадки. Вот с насадки я не увидела, может, мастера так делают, не знаю. Никакого я не увидела там, прям, чтоб меня аж дух захватывало, нет. Я не то, что там, я там обиженная на этого железячника. Нет, абсолютно. Если бы я была обижена, я постоянно там за него выставляла, гадости писала и на курсах бы за него рассказывала. А так я на курсах почти за него никогда не говорю, если кто-то спросит. Мои ромашульки самые красивые. Спасибо, Мариночка. Ты всегда меня смотришь. Ты всегда меня смотришь. И всегда хвалишь меня. Девочки, никогда не выпрашиваю лайки, не выпрашиваю комментарии. Но сейчас Инстаграм просто, я же говорю, ну... Обидно, обидно, ты так трудишься, стараешься. Я же эти торты беру на заказ не ради финансовой выгоды, а ради того, чтобы какой-то новый дизайн придумать, что-то поставить в Инстаграм. Хотя бы я могла только бы курсы выставлять, чего я вообще никогда не делаю, тоже нужно исправляться.
И хочется, ну, как бы, там, чтобы тебя покомментировали, ну, и похвалили, не без этого. Каждый любит человек похвалу. А Инстаграм не показывает, поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Я уже... Вот, еще больше он будет. Он вообще очень крутой. А крем лучше для этого цветка выбить. Ну, так хорошенько, чтобы оно было остренькое. На курсах даже рассказываю, как, для какого цветка нужно выбитый крем, для какого не выбитый. Дим, вот ты зеваешь вообще неприлично. Ты же у меня на мастер-классе, и ты зеваешь. Получается, я какая-то скучная, да? Титул цветочный опять остался за мной. Спасибо. Спасибо большое, девчата. Спасибо вам большое. Вы моя поддержка, вы мое вообще вдохновение. Кто меня знает, лично со мной знаком, они меня все любят. И я всех люблю. Сколько сантиметров? Не знаю, огромный. Дай линейку здесь есть. Да. Да, вот там стаканчики. Одноразовая такая, по-моему, линейка. Вот, смотрите. Большой. Сбила. Большой прям вот. А, выращивайте тюльпан, но мне не получается с БЗК, как когда-нибудь. Нету линейки. Так, я сейчас быстренько почитаю что-то там про тюльпаны. Ой, боже, у нас уже час прошел. У меня через полчаса запись на маникюр, еще 20 километров ехать. Так, что значит выбитый крем? А вот это и значит нюансы. Вот это и значит нюансы. Понимаете? Не просто взять, вот, выбить крем, наложить его все в мешок и делать цветы. Нет, для каждого цветка должна быть свой выбитый крем. Вот то, что вы хотите, чтобы тонко изящное было, у вас должен быть хорошо выбит крем. Чтобы вот такие тянулись у вас чуть-чуть кончики. Час уже? Да, я смотрю на это. Мама прибежала с огорода. Никаких дел домашних, когда в доте эфир, да? Ну и маленький сейчас сделаю быстренько, да? Прям вообще малюсенький. Здесь можно полтора часа вести эфиры, но... Сколько нам? Минут 15 надо ехать, да? Дим, все, забирай вот эту мисочку. Жаль, что я не сфотографирую. Нет, надо сфоткать. А ну, вот эту лопаточку. Видите, какой красивый цвет? Он аж подсвечивается. Сейчас мы еще бутон сделаем. Бутончики у нас должны быть длинненькие и стройненькие. Потому что цветок – это раскрывшаяся большая особь. Как я девчатам говорю, чтобы они не путались, как делать. А мы теперь снизу сделаем, ой, сверху сделаем бутон. Маленький такой. Жаль, я не приготовила листочки. Вот видите, я его уже накручиваю. Слов нет, шикарно. Спасибо, девчата. Я очень стараюсь, очень чем-то вас удивить. Да, скоро на всех тортах страны. Я буду очень рада, если вы сделаете и пришлете мне результат. Обязательно поставлю вас в сторис, обязательно. Это будет круто. Сейчас мы вот здесь потянем. Так, сейчас как же ж надо сообразить. Руба поставить вот так вот. И руба поставить вот так вот. Чтобы закрыть немножко. Глянь, они вообще получаются такие круглые. Сейчас начну делать. О, да, говорит Галочка, удивила. Вот, все, сейчас доделываем этот. Конечно, удивила. Классно будет. Дим, ты какой-то скучный. Чего ты это зеваешь? Ну да, мне, конечно, надо зеленый цвет здесь прикрыть вот этой зеленью, и было бы вообще круто. Надо зефирный такой сделать.
Очень красивый получился бутон. Очень. Ну, я вот так вот потом его сейчас вот так закрою, как хризантему. Пусть он как будто он у нас закрытый. И будет зато законченный. Ну, я думаю, вы видели, да? Ой, мне еще на завтра свадебный торт. Я его еще даже не собирала. В голове даже нет ничего. Вот у меня клиенты. Все равно какая начинка, все равно какой дизайн. Главное, в таком лиловом цвете. Представьте. Ну, подождите же. Здесь же у меня такая традиция. Вы должны мне сделать... Ну, вы ничего, конечно, не должны. Ну, пожалуйста, я вас прошу. Сделайте скрин. Пришлите мне. И можете себе в сторис поставить. Я буду очень... Мне будет очень приятно. Сейчас надо все время хвастаться, чтобы тебя заметили, да? Вот, зараза. Как тут лучше? Сейчас выключу комментарий на минутку, а вы сделаете скрин. Пожалуйста. Ну? Не, очень красиво. Супер. Спасибо вам. Руба. Рубу. Это означает боком. Я понимаю, что половина слов, которые вы говорите, вы, может, и не понимаете. У нас же здесь смешанный язык с украинским, с русским. Руба. Ну, мы это говорим как... Не знаю. Боком. Переводится боком. Боком поставили... Боком навстречу прикрыли. Боком поставили, прикрыли. Чуть-чуть уголочек развернули, у вас получилась большая лодочка. Вот ваши уголочки насадки. Вот они. Смотрите. Вот две насадки. Поставили листочек. И второй ставите вот так вот. Поставили их вот так, друг напротив друга. У вас получился кружок, ну, прям вообще закрытое. Открыли один уголочек. Получил, ой, сколько у меня здесь упоминаний уже идет, и фотки шлют. Открыли, получилась у вас большая лодочка. Закрыли, получилась у вас трубочка. То есть в середине, конечно, вы должны делать ребром. А кандибобером как? Кандибобером? А что, ты тоже не знаешь слово это руба? Знаю. Знаешь? Да. Ну, мы здесь все знаем слово. Скрин WhatsApp. Вот, надеюсь, вы поняли, да? Смотрите, поставили друг напротив друга, у вас получился прям вообще закрытый. А если немножко развернули, то получилось вообще у вас открытое. Сейчас быстренько почитаю комментарий. У меня еще такой кактус есть. Может, вы такой не видели? Попью. Что в кактусе? В кактусе вода с яблочным уксусом. Я очень люблю яблочный уксус. Да? Угу. Особенно летом, когда выпить хочется воды. Кисленько люблю. Так, спасибо за эфир. И вы знаете слово. Еще можем с вами чуть-чуть пообщаться очень быстро. Передам. Обязательно передам привет по темат. Обязательно. Теперь мы знаем, что такое руба. Класс. Вот вы же начинаете смеяться с меня, прикалываться, да? И вас, девчата, с праздником. Очень была рада, что вы пришли ко мне на эфир. Хотя сейчас лето, кто-то в отпуске, кто-то занят, кому-то жарко, кому-то нудно, а кто-то на работе. И то очень-очень много людей меня сегодня смотрело. Даже около 600 человек, а это очень много для марафонов. Потому что я часто захожу в эфиры, и бывает и до 50 человек, и до 100. Все надеются на запись. А я вот сейчас возьму и не сохраню. Лайк. Правильно сделаю, да? Я еще свои, вот этот эфир потом поставлю себе на страницу. Когда рассылка придет, вот уже все хотят крем под ключ у меня покупать. Так, ну, кто хочет... Иркутск? Иркутск нет. Нет, не приеду, в Красноярск приеду. В Иркутск очень далеко для меня, и мне кажется, там очень холодно. Бабочек покажите. Но это нужна насадка 115-я. Вы просто в разные стороны
ставите листочек в разные стороны и делаете так, чтобы он разрывался. То есть отпускаете... Индюки у нас тут еще. Они мне аплодируют, да? Это овация. Мяу-мяу-мяу. Вот и соседи индюки. Есть бабочки у меня в IGTV. Посмотрите, я делала там бабочки, там все прекрасно можно увидеть. С чего цветочки? Вы с мусульманка или русская? Ну, русская, украинская. Украинская. Новосибирь ждет. Светочка, приеду, увидимся. Очень рада, что ты была со мной. У вас вечер. В Казахстан, не знаю, нет как-то ни одного организатора. Я даже не знаю. Ну, в принципе, у меня вообще нет организатора. Но все равно человек должен, как я хочу, с кем-то как... хотя бы пообщаться, хотя бы узнать, куда там ехать или как. Ну, не знаю, надо до кого-то или обращаться. У меня там есть моя студенточка? Не знаю. Девочки, Лене в Крым нельзя. Да, Анжел, нельзя, ты думаешь, да? Тогда не пустят меня. Точно, наверное, не пустят. А есть читающие. Можно купить крем. У меня висит в вечных сторис. Единственное, что у меня там висит, это вот крем под крыш. А можно я тебя... Ну, пожалуйста. Не надо, я не бритый. Ну, что ж ты не бритый? А, ну, я камеру не могу переключить. Я как она переключается? Не знаю. Хотела Димку показать. Он рассматривает георгины, как он... Вот гордится муж с женой, да, Дим? Горжусь. Купишь мне сегодня что-то вкусненькое? Куплю тебе георгин с БЗК. Я не продаю. Вот. Что я рассказываю? А, за Казахстан. Ну, не знаю, посмотрим, сделаем. Зефир, девочки, ну я не могу продавать то, что я сама еще как бы в кучу не собрала. Мне же надо... Вот у нас такая тенденция. Сделал один букет, все, побежал его продавать. Ну как? Как я буду продавать, когда я сама этих 5 букетов сделала? Понятное дело, я там стараюсь, что они такие эксклюзивные, они очень красивые. Очень. Если честно, я не хвалюсь и там не горжусь сейчас, и там вот такую корону не одела. Мне очень нравятся мои цветы. Очень. Особенно вот розы и пионы, они просто... Я вот смотрю, у меня прям аж сердечко колышется вот так вот. То есть мне так нравится, что у меня... Фантастиш. Аж... Фантастиш. Ну, можно я тебя переверну? А нет, как только тут не сделаем? Не переворачиваю. Этот. И нравится мне. Но я это должна собрать до кучи, в кучу. То есть у меня должен быть курс такой насыщенный, понимаете? Я понимаю. Дима. Вот. Вам тоже нравится, да? Самый лучший, спасибо. В Тюмень я приеду по-любому. Какая я даже красота. Уже там запись веду. Какая у меня красота. Даже уже платят предоплату. А если платят предоплату, то по-любому я тогда приеду, потому что я буду людям должна. Ну, красиво. Вот этот очень красивый, да? Смотрите, девчата. Ничего не надо, да? Никаких насадок. Все есть. Очень, конечно, сейчас будет обидно, если другие там мастера схватят и будут это на своих еще курсах продавать. Потому что как с гортензией. Я там когда-то девочка выставляет видео и пишет, как я делаю гортензию там. Я говорю, ну вы хоть бы указали меня, да, что вы же смотрели мой эфир, что это же я придумала вот эту ту технику набивания внизу. Я делаю по-своему. Я говорю, ну как по-своему? Ну как, после моего эфира вы делаете по-своему. То есть это неприятно. Я никому не запрещаю. Мне говорят, ну он уже в бесплатном доступе. Ну в бесплатном доступе, господи, ну указать же ж можно. Сказать по мотивам там МК Елены Поповой. Это очень приятно, я всегда оценю. А когда вот тут это смыкают, это неприятно. Руки опускаются, плечи вот так опускаются. Думаешь, елки-палки, ты работаешь, ты придумываешь. А у тебя взяли вот это вот. Еще упаковали в какой-то курс и людям еще продали. Хотя это же ландыши по этому же принципу делаются. Это насадка. Нет, ландыши я делаю абсолютно не так. Все, мои хорошие. Девчата, я была рада вас всех видеть. Здесь было очень большое количество девочек, моих студентов. Я всех знаю, всех помню, у всех у меня есть группы. Все группы читаю, просто иногда, ну, не вмешиваюсь, да, в разговоры. Вот, а так прочитываю, стараюсь все прочитывать. Вот. Если вы общаетесь, и я рядом с вами, если какие-то вопросы, отвечу всегда.
Да, Анна Чубук вообще это моя ученица. Даже не моя ученица, а организатор, которая даже, как всем говорят, а кто такое Попова? Я не знаю никакой Поповой. Которая выперла меня, да, и через 7 дней заблокировала, и весь курс мой взяла, упаковала. Телефоном это все еще снимала, поэтому я перестала давать снимать. Ну как, иногда даю, иногда не даю. Но я сейчас пишу очень классные техкарты, что съемок будет не нужно. Это как книга. Буду стараться девочкам выдавать. И она очень нечестная. Она очень... Ну, я не люблю. Ну вы посмотрите, человек стоит на одном месте. Он стоит на одном месте. Вот как 3 года назад я ее научила. Вот эти каскады, вот эти яркие цветы, так вот оно вот это стоит и все. Она не развивается. И тем не менее люди идут, не понимая вот этого вот. Ну, значит, нравится. Может, как человек кому-то нравится. Но я считаю, что нужно идти к человеку, которым в этом рубит, как мы говорим, да? Понимает. Я могу объяснить любому и каждому, почему крем закручивается у нее, почему крем спадает, почему лист не держится, почему он худой, почему он толстый, и как, куда его повернуть, чтобы было красиво. Вот и все. Больше ничего не буду говорить. Потому что у меня очень большой опыт. Я все вот это разрабатываю сама. То есть я знаю, вот видите, как листочки эти соединить, как повернуть и все остальное. Вот куда нужно идти учиться. Я не рекламирую свои курсы никогда, ни на каких марафонах. У меня нет вообще такой цели прорекламировать. Потому что у меня и мест нет. Что я сейчас буду всем рассказывать? Приходите, проходите. Куда? В Москве ни одного места нет. В Красноярске места нет, в Новосибирске места нет. Куда я чего буду рекламировать? Да, Мариночка, вашу группу читаю всегда, вашу красноярскую. Бывают смеюсь с вами, бывают огорчаюсь, вот как вчера Эля писала. Просто не стала как писать тоже, почитала, приняла это все в себя, через себя. Пожалела человека. Вот вашу всегда группу читаю, всегда. И смеюсь вместе с вами. И грущу вместе с вами. Вы вообще большие молодцы. Вы как родные. Завершаю, девчата, эфир. До новых встреч. Обязательно еще поучаствую. Вот этот марафон мне нравится, Кейк Россия. Правда нравится. Я с удовольствием, если у меня есть время, здесь соглашаюсь поучаствовать. Я вас люблю. Спасибо, что вы ко мне пришли. А, Анжела чаще говорит, выходи в прямой эфир. Ну, знаете, тогда уже это не будет эксклюзивно. То есть это будет опять Попова. Опять она. Опять пришла. Когда человека много, это тоже плохо, правильно? Я не люблю, когда людей много. Я люблю золотую середину. А, девчата вот пишут, что кто у меня учился, они гордятся. И все пишут, я это очень все ценю и замечаю. Мы же эти, как художники, мы не хотим даже тех денег, мы ничего не хотим, мы хотим признания. Все, я ухожу, мне сейчас через 20 минут, на 7:30 я записана на маникюр, мне еще ехать. Сейчас еще одену платье и сохраню эфир, и поеду, конечно, опоздаю. До новых встреч. До побачення.